научились, как рисовать красиво и правильно. Но самому главному мы научились на уроках русского языка. Мы узнали, что мы рисуем. Мы даже понятия не имели, что у русского языка и у рисования есть хоть что-то общее. Но этот междисциплинарный юнит доказал нам, что все в мире взаимосвязано. Сейчас я расскажу вам о том, что мы изучали на уроках русского языка. Мы узнали много нового о жанрах живописи. Например, мы узнали, что портрет – это изображение человека, что натюрморт в переводе от французского обозначает мертвая природа, и что пейзаж – это изображение природы. Еще мы обсуждали музей. И очень сложно поверить, но чтобы хотя бы одну минуту любоваться экспонатами музея Эрмитаж, понадобится 8 лет. А также мы обсуждали те музеи, которые мы бы хотели их открыть. Но самое главное, мы научились не только рисовать красивые картины, но и описывать их. Вот какие интересные уроки русского языка у нас были. Кажется, что мы учили русский язык и рисование вместе, потому что мы на уроке русского языка учили жанры картин, а на уроке рисования мы рисовали картины этого жанра. Да, это хорошая идея, потому что мы как будто на одном уроке делали что-то, а на другом продолжаем на то, что мы сделали. И это меня очень вдохновляет, я думаю, что это очень хорошая идея. Я бы хотел поучаствовать в межпредметном проекте, потому что это всегда интересно, развлекает, дает возможность расширить свой кругообзор, может даже познать какие-то новые науки или открыть что-то новое для себя. И я всегда рад, что у нас бывают такие проекты, и если есть идеи, я всегда помогу с ним. Я думаю, что этот проект очень хороший проект, потому что если ты любишь какую-то, например, математику, и там ты связываешься с английским языком, это тебе дает вдохновение, и ты очень хорошо учишься и по математике, и по английскому. В рамках междисциплинарного планера «Мир глазами художника» я нарисовал пейзаж, на котором изобразил горы, небольшой прудик и лес. Цель моей картины была в том, чтобы люди могли почувствовать себя на этой картине и насладиться жизнью и красотой природы. Я бы не хотела, чтобы моя картина была на выставке, потому что она получилась не так, как я хотел, и я бы не хотела, чтобы все увидели. Мне бы было очень приятно, чтобы моя картина была на выставке, потому что я очень старалась, у меня получилось очень аккуратно, красочно, ярко и красиво. Thank you.